Так, ну давайте. По одной ЛТшке. ...268 ББшка пробивает. Блин, на восьмом уровне пробивает больше, чем 212 на девятом. Да, карта хоть наконец-то действительно какая-то хоть попалась адекватная. Момент только, где первый засвет? Тут, там. Интересно, где? Не ожидал. Не ожидал. Так. Рома, М44, арта 6 левела. Если с левшой сравнивать, сильно уступает. У меня левши нету. Примерно головы на 4. Левша по сравнению с М44, это как будто бы... Я не знаю. Ребенок по сравнению с взрослым. Вот так вот как-то. Бородатый в студию, понял. Едь давай. Как же тебе повезло только что, шпатель. Ты знал, что я тебя целю, да? Так, 207-я. Ты знал, что я тебя целю, да, помойщик такой? Шпателеванный. О, у них ЛТшка ошибается, хорошо. Ну, точнее, не по кустам ездит. Но это, соответственно, ошибка. О чем тут говорить? Ну как хорошо, знатно стоят пацаны, да? Блин, ну неожиданно. Да на тебе уже, ну. Есть прямой. Шпатель, а ты как-то рискованный какой-то паренечек. На самом деле. Ха-ха, ну уже он и в ангаре, правда. Да я же сказал, ну что у него, мозгов нету что ли вообще? ЛТшку пока даже светить не хочу. Как только вдруг ЛТшка ихняя тю-тю, это бой закончится буквально через 2 минуты. Потому что гладиолус. Чего? Куда? Куда ты полетела, чтобы вообще не дать сплэша? Ну ты даешь. Ну ты даешь. А ну-ка, в студию вот этого господина. Во. А то он что-то на стиле весь такой. Застилеванный. О, это дело другое. Так, там АТ-шку сбрили тем временем. А тут где-то Шкадевич еще тусит. Тусит, тускун этот. 9 секунд у меня еще. Блин, ЛТ-шка вообще фуловая катается. Ой, как хорошо, да, наваливает 53-й. Приятно. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Так уж и быть. Где ЛТ-вод? В студию мне ХВКшку. Будем снимать показания с него. Опа, есть тут кто-то. Веточки валит, едет. Вот здесь кто-то, говорю, веточки валит. Скорб там, йод. Все, скорб номер один. Цель сразу. Ой, хорошо залетело. Прям в него, короче. Пока не знаю, насколько. Но прям в него. И наша ЛТшка съехала. А почему? А, бычок стрелять начал. Ясно. Ну, не всех бычков поперебило. К сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто же ему так на 600-то, а? Впарил. А так. Хорошо, в два танчика дали. Пойдет. Только он оглушечку что-то мою сбросил. А скоро резко отсюда пропал, кстати. Будем надеяться, что мы его прошинковали. На вылет, так сказать. Все, отыграл бизон. Ну, это чересчур нагло, согласись. О, сейчас по вот этому еще отработаю и... Куда?
Прекрасно. И переведемся на Шкадевича, а то он тут светится периодически. Наша ЛТшка еще оказывается тупее, чем ихний, понимаете? Он стрелять с кустов начал. Так, студию мне, пожалуй. О, Шкода побежала, глянь. Фуловая и бегает. А так. Ну, о. Побейте ж под пацака, шо он у вас там гуляет просто так. Я еще даже с места ни разу не переехал. Но арта, благо, не блайндит. Поэтому можно спокойно. Так, тут борщ где-то, я так понял, пасся, да? Только где? В этих кустах или в этих? Ну и здесь поломаны, видите? Дела вот эти поломаны. А ну попробуем. Нет, значит, других. Все, ЛТшка погибла. С этой ямы это нельзя сюда заезжать, ребят. Ну, нельзя сюда заезжать. Тем более на ЛТшке. Уловы, видишь, катается. Давай попробуем, конечно. Иля, как крутнуло-то неправильно. Куда? Я думал, ты заворачивать будешь. Ты какой? Этот шотный, в принципе. Давайте попробуем все-таки выторговать ЛТ-вода как-то. Лянь, второй смертник заехал в яму. Та ужас просто. Я не знаю, как люди вот это до 8 уровня докачиваются. Вот честно, я вообще понятия не имею. Все, поехал светить. Вот оно. Ты в свете. Хорош! Иди сюда, минус 642. Я же говорил, ты в свете. А он мне не верил. Фуловый катается, видите, по-прежнему. Все, крякнула ЛТшка. Ну, я говорил за это. Все, теперь здесь плохо все. Да ладно, дай пробить. На тебе! Попросил, сделал. Красотища просто. Обалдеть. Чё творит этот фаворит, а? Вот это. ЛТшку просто сбрил. 688 пробития и 312 сразу же отстрелялся кто-то там по нём. Обалдеть. Как же шикарно. А ещё полбоя, ребята. Полбоя ещё. Снять бы, конечно, вот этого Джокера. Видите, где он стоит? Как-то так помойно стоит, пацан. Ни в кустах, нигде. У меня, блин, осталось 6 снарядиков таких козырных. Осветить некому. Ну, я знаю, где борщ, понятно. Скорее всего, в этих кустах, да? Давайте попробуем добить. Да просто козырный пацан этот фаворит, да и все. Не смотрят, палят, но на стандартных позициях. Ну, типа того. Мне нравится тебя смотреть. Иероглифы пишет весь такой на эмоциях. Так а как? Вся жизнь эмоций. По-другому не умеем. Так, Лиз. Ого, убил. Ничего себе. Так можно, да? Убивать? Так, все-таки прошли, пацаны. Давайте сводиться, потому что здесь сейчас где-то засветится КВ-4 КТТС. А нам... Ай, как не хочется пропустить этот момент, когда он засветится. Оба арта здесь, видали? Вот этот момент вообще не хочется пропускать. Шкоду убили, еще где-то гвардеец тут же стоит. Или там. Тут арта еще стоит рядом с КТТС-кой. Вот она. А вот он, гвардеец здесь. Ясно. Ну, хоть оглушение забрал. Я уже не попадал, но оглушенницем взял. Нормально. Видите, один только фраг, конечно. Так бы на мастера, если парочку или тройка фрагов была. Был бы, наверное, мастер.
А, так и так, мастер. А, так, ребята, 3800 урона на 8 уровне. И это мастер костолом, горы медаль, поддержка, основной калибр. 3800 урона на ГВ Тигре П. 900 ассиста и 460 по гусенице. Шикардосный бой. Я уверен, он заслуживает на ваш лайк.